Бабуля верила, что прикормила трех бродячих кошек, но внук раскрыл правду. Парень по имени Эрик Хертлейн опубликовал историю, как он в прямом смысле раскрыл глаза своей бабушке на то, что происходит на ее крыльце. Однажды он решил проведать бабулю в ее доме в казанской глубинке и нашел ее в пристройке к веранде, где сердобольная женщина обустроила жилую зону для бродячих кошек. Лежачки, миски с едой и водой, все как обычно. Что-то привлекло внимание юноши. Однако из кошек оказалось не тем, за кого себя выдавала. Нет, на кошку-то не похоже, но ведь бабушка в курсе, что она делает. Эрик осторожно спросил, а кто это там в углу? На что бабуля беспечно ответила, еще один котенок, я зову его Тед. А как же острая мордочка? А вот этот лысый хвост? А ушки? Бабушка, это опоссум! Пожилая женщина выглядела очень обескураженной. Выяснилось, что маленький опоссум ничем не выдавал свое присутствие, отлично маскировался под кошку и уже не первую неделю пользовался услугами сердобольной бабушки-кошатницы. И та хоть и удивилась данному факту, но вовсе не против такого гостя. Не исключено, что мелкий зверек осиротел или потерялся, иначе с чего бы ему приходить к человеческому жилью? А раз так, пусть остается. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал, где найдете еще много интересного.